Ну вот, такая таежная. Отсюда, наверное, возьмем черемшу. Вот эти кустики подкопаем. Вот эти. Вот посмотрите, какая она хорошая. Вот этот кустик возьмем. Тайга непролазная. Ну, и еще один нам нужен кустик будет. Заказали просто по интернету два кустика. Ну, я транспортной компании отправлю. Транспортная компания доставляет быстро и до места. И даже до дома доносит. И гораздо дешевле, чем почтой. Вот. Ну, ладно, все, выкапываем. Вот этот красивый кустик черемши. Вон, видите, он спалит. Ну, да, я думаю, куст этот от одной фишки. Вот, давайте разгребать. Кого мы рядом разгребем. Вот. Листочки подымем. Земля, я вам скажу, холодная. Холодная земелька. Но нам надо как можно больше корней, чтобы шло к нашим будущим саженцам. Вот. Поэтому вот так вот. Все. Так. Я как медведь прямо. Ну вот, видите. Там более рыхлая почва получается. И кустик будет у нас полностью извлечен. То есть я пророю и с этой стороны. Вот там уже все рою. Там уже получается. И вот заметьте, куда садить. Черемша не должна у вас нагреваться выше 17 градусов. Она сидит, поэтому вы видите, в тенистом лесу. Вот. Если луковые все, если нагреть выше 17, они потеряют свои витаминные свойства. Может быть, расти и будут, но навряд ли. Но потеряют. Так что садите их в тенек. И на влажной почве. Видите, какая влага? Вот как я его раскапывал. Вот такую почву и садите. Сначала трудно. Трудно идет. Вот. Сейчас он уже начнет пониматься. Но с той стороны. С той стороны еще. Откопнуть. И будет все окей. Ну, получается, мы заказали как бы два кустика, но этого одного нам будет хватать. Одного вот этого кустика. Вот этого кустика. Вот. И тут. Тут гораздо листва, как мульча. Мульча идет. Эх, помял. Видите, какие ростки. Черемши. Вот. Как мульча. То есть полностью мы эту почку, вот, видите, почку полностью. Забирай. Забирай меня скорей. Увози за 100 морей. Вот так вот. Вот полностью я ее вам предоставлю. Этот кустик, и он у вас, скорее всего, приживется как нужно. И тут еще маленько. Вот так вот. Еще один корешок держит. Вот так вот. Ну, вот что получилось, видите. Вот так почка получилась. Почка. Так бы, конечно, всю почку отправлять эту и все. Ладно, сейчас будем разбирать. А тут вот что, видите, голая земля. И вот такая вот, видите, корни еловых деревьев, пихты, елки, кедр. Вот, и вот такая болотистая грязь. И все очень затенено. Вот так что учитывайте это. Вот. Ладно, сейчас будем разбираться, что с этой почкой. Так бы полностью отправил. Ну, посылка есть, посылка. Ну, а это кто такой еще? Здравствуйте, рогатое существо. Расскажите про себя. Страшный. Какой страшный. Рог у него. Все четко. Ночью пойдешь и напугаешься. А, Фредди, Фредди, не надо. Блин.
Нет, меня ушли. Манишь, манишь. Не обманешь, да? Ну, елки-моталки. Видишь, какая тут заристая, да? Черемша-то. О! Насеялась, да, смородина? Манишь, манишь. Не обманешь. О! Смородиновая. В детстве на тайге. Ух, елки. Смотались.